Город под кленами, жемчужина Полесья, белорусская Швейцария. Особая атмосфера камерности, изрезанный глубокими оврагами ландшафт очаровывают с первого взгляда. Наша новая серия проекта «Место для жизни» посвящена Мозырю. Городу удивительных чудес природы, который к тому же еще и один из древнейших в Беларуси. Городу на живописном берегу Припяти. Сегодня. Это крупный образовательный и спортивный центр. Здесь расположен один из лучших детских садов по версии проекта «Марафон олимпийского образования». Родина олимпийских чемпионов, трех самых длинных мостов в Беларуси, крупнейшего речного порта. Славится Мозырь и превосходной пищевой солью, вкусной молочкой, качественными трикотажными изделиями, нефтепродуктами наивысшей пробы. Здесь есть все для того, чтобы расти, развиваться и комфортно жить. Так что держим курс на юг Беларуси, второй по численности населения город в Гомельской области. О своем месте для жизни расскажет Виталина Сайфутдинова. Свой город. Каждый раз, уезжая отсюда, я с удовольствием возвращаюсь обратно. Я очень скучаю. Скучаю по его природе, скучаю по его необычному ландшафту. Современный Мозырь растет и развивается. Появляются новые микрорайоны, магазины, отделения банков, места для развлечения и отдыха. Строятся новые школы и детские сады. Можно сказать, что это детский сад будущего. Посмотрите, какой он красивый, современный, яркий. Все направлено на развитие и здоровье ребенка. Наверное, каждый родитель хотел бы, чтобы его дети воспитывались в таких условиях. В Мозыре очень комфортно жить тем, кто увлечен спортом. А любовь к спорту и желание побеждать у мозырян прописано на генетическом уровне. Вы представляете, что каждый четвертый олимпийский чемпион в истории современной Беларуси с мозырской пропиской. И для этого созданы все условия. Современная грибная база, училище олимпийского резерва, недавно отремонтированный бассейн, детско-юношеские спортивные школы, физкультурно-оздоровительный центр «Полесье-Арена». И туда за здоровьем приходят все любители спортивного отдыха. В городе расположены три самых длинных моста в Беларуси. Это два автомобильных и один железнодорожный. На одном из них мы сейчас с вами находимся. Его длина без малого километр. И белорусское речное пароходство находится именно в Мозыре. И это, по всей видимости, не случайно, потому что самый большой по площади порт расположен в нашем городе. А в период навигации можно совершить увлекательное путешествие из Бреста в Мозырь на речном теплоходе и полюбоваться красотами Припяти. Славится Мозырь и промышленными предприятиями. И что мы только не выпускаем? Это и нефтепродукты. Есть предприятия легкой и пищевой промышленности. Соль, кстати, добывают прямо у нас под ногами. Мозырь – удивительный город. Здесь тесно переплелись история и современность. В его черте расположен ландшафтный заказник «Мозырские овраги». Растет огромное количество редких растений, многие из которых занесены в Красную книгу. Есть даже реликтовые растения, которые росли еще до ледника. Мозырь –
один из древнейших городов Беларуси. И сейчас мы находимся на территории исторического центра Мозырский замок. Именно с этого места и пошел летописный Мозырь. Исторический центр нашего города с его необычной уличной планировкой, сохранившимися зданиями конца 19-го, начала 20 века, является уникальным памятником градостроительства. Тот, кто здесь однажды побывал, мечтает вернуться сюда снова.